Добрый день. Продолжаем. Магия и или наука. Прошлый ролик я рассказывала, что очень важно накапливать энергию. Значит, накапливая энергию, а предыдущий ролик, куда мы ее убираем. Так вот, давайте посмотрим, как надо накапливать энергию. Чем мы можем накапливать энергию? Есть методика. Давайте я вам скажу такую, самую такую интересную, которая достаточно быстро работает и эффективно работает. Если у вас нету сил, значит, каким образом можно накопить энергию? Вы на работе, вы можете сидеть минут 5. До этого надо желательно потренироваться. Потренироваться. Почему? Потому что мы как компьютер сами по себе работаем. Мы ставим программу, образ, программа и команда. Так вот, на этом основан вот этот метод. Если вы на работе, можете минут на 5, на 10 закрыть глаза. Дома то же самое, расслабиться, закрыть глаза и представить образ. Образ, например, водопада. Как будто вы сидите под водопадом, вода чистая, прозрачная, прямо течет с гор. Если вы не можете представить в интернете, найдите картиночку, посмотрите. И представьте, что этот водопад течет прямо вам вот в макушечку. Вот сюда. Вы идете, ну, будем говорить так, как пустой сосуд. Вот ваша кожа, вы сами, а внутри все пусто. Представьте себе, что все внутри пусто. Эта вода наполняет вас, как сосуд. Она может проходить сквозь ноги назад. Но, в принципе, там не надо. Вот это очищение идет. А вообще, вот представьте, что она наполняет сперва пальцы ног, потом ноги до колена, выше, выше, выше. Там нету ни печени, ни почек, ни, будем говорить, ни кишечника, ничего. Это пустой сосуд, как ваза. И постепенно вот это все наполняется прозрачной, чистой, хрустальной водой. Перед этим обязательно это образ энергии. А – это с гор, это самая сильная энергия. Б – это чистая идет вода, прозрачная, чистая, которая идет, и которая наполняет именно вас. Это образ, образ энергии. Перед тем, как, ну, это типа компьютера образного, компьютером, сперва что надо? Поставить программу конкретно, а это мышление. Значит, в первую очередь вы не только представляете, а сперва вы мысленно говорите. Чистая, светлая энергия, которая находится вокруг меня, не задействована другими людьми, чтобы вы просто не брали чужой энергии, которая находится люди рядом с вами. Наполняет меня силой, спокойствием, энергией. Я счастлив, успешен, удачлив и бодр в течение всего дня. Поставили программу такую. И начинаете представлять, как эта водичка вас наполняет. Наполняет, наполняет. Вот это типа медитация. И вы представили, что эта водичка вот полностью уже все наполнили. Вот этот сосудик. Очень хорошо, если вы представите цвет голубой, например. Голубой цвет. Вот как водичка прозрачная. Вот это вот все чистое, все. Посидите минуты 2-3. После этого. А потом все, можете идти дальше. Вот этой методикой можно позаниматься месяц. После этого ваше тело вспомнит, какой образ должен быть. И поэтому вам только сделать команду уже останется. И ваше тело будет набирать энергию с пространства, которое находится рядом с вами. Вы даже можете идти по улице и чувствуете слабость, усталость. Бывает такое. Значит, вы просто ставите программы. Я наполняюсь чистой, светлой, здоровой энергией, которая находится вокруг меня, не задействована другими людьми. Я целый день нахожусь в отличном состоянии, бодр, жизнерадостен, успешен. И вот таким вот образом вы можете таким образом где-то наработать вот эту энергию. Вернее, не энергию, вы можете наработать вот эту программу, ту энергию сразу наполнится этой энергией.
сразу наполнились этой энергией. Это магическая энергия. Ну, не магическая, это экстрасенсорика практически, которая идет. И вот эта экстрасенсорика вам поможет со временем быстро найти вот эту энергию, которая наполнится этой энергией, если вы усталые. Есть энергия, которую вы можете наполниться немножко другими вещами. Давайте посмотрим. Еще разобью на два ролика. Но сейчас немного, будем говорить так, еще методы. Простые, обыкновенные простые методы. Музыка. Музыку, я думаю, каждый человек любит слышать, слушать. Но не каждый любит, ну, будем говорить, музыку классическую, например, Баха, Шопена и все остальное. У каждого свой вкус. Но вот именно эта музыка, она наполняет именно вас. Почему? Потому что это ритмы. Ритмы, мы состоим из этих вот частот. Поэтому то, что вам на данном этапе нравится, можно послушать. Я думаю, что не раз и не два, очень многие из вас, когда внутри у вас какая-то песенка, ну, иногда глупая такая, но, тем не менее, она у вас как бы зависала на вас, и вы могли ее каждый раз где-то прокручивать. Поэтому смотрите ту музыку, которая вам нравится. Хоть узелок завяжется, узелок развяжется, хоть про ромашки, про что угодно. Но первое, это поднимает вам настроение, плюс наполняет этой энергией. Это одно из таких вот, будем говорить, методов, когда вам можно сесть, сделать, взять наушники и послушать любимую музыку. Тоже вы получаете энергию. Следующее. Красота. Понимаете, мы разучились видеть вокруг себя красоту. Да, надо обязательно пойти посмотреть картины, сходить в музей, чтобы понравилось. Да, это тоже очень хорошо. Но дело в том, что вся красота находится вокруг нас. Ее просто надо видеть. Просто надо видеть. И когда вы это увидели, вы восхитились этим. Вам так понравилось это. Все, вы кусочек энергии в себя пустили. Ну, например, вот сейчас скоро будет зима. И когда пойдет снег, посмотрите, какая это красота. Возьмите снежиночку, посмотрите, какая она ровненькая, красивенькая. Да, она будет таять у вас в руках. А если изморозь какая будет, тоже красота, тоже красиво. Посмотрите, если женщина идет, будем говорить, с ребенком, посмотрите, какой пузырик красивенький сидит. Такой маленький, красивенький такой. Это не от того, что вы будете забирать у нее энергию. Вы продуцируете эту красоту внутри себя. Понимаете? Очень интересно, когда женщина идет с мужчиной, мужчина может смотреть на чужих женщин. И женщина говорит, ты зачем смотришь на чужих женщин? Это что это такое? Вот я просто посмотрел, да нет. Поэтому у меня с мужем тоже было по молодости, помню, идем с ним. И он, ой, хитрый мужик был. И идем, и он мне, смотрю, женщина, аж голову свернул. Я говорю, здрасте, ты чего это там рассмотрелся? Он, ну, близнец. Он говорит, ты знаешь, у меня такие сапоги. Говорит, вот бы тебе такие. Моментально выкрутился. Поэтому сейчас уже с высоты своего возраста я понимаю, если красивая женщина, почему мне посмотреть, как на произведение искусства. Это не обязательно, что ты будешь ее очень хотеть, и мужчина сейчас прямо побежал за ней. Нет, он просто посмотрел. Точно так же, как и женщина может обратить внимание на красивого мужчину. Это не значит, что она сразу же собирается вам изменить. Нет, вот именно вот эта красота, восходящее солнце, заходящее солнце, красивые облака. Вот будем говорить, какой-то маленький котеночек, красивенький, такой пушистенький, которого вы получаете удовольствие именно от этого. Вот я уже не говорю про энергию животных, которые мы получаем. Да, энергия животных, мы тоже получаем это. Поэтому вот животные надо иметь, животных надо иметь. Отсюда мы берем тоже энергию. Когда мы можем погладить, когда мы можем посмотреть, когда мы можем восхититься красотой, а от них идет хорошая энергия. Почему, например, собаки с длинной шерстью, они забирают вашу негативную энергию на себя, электричество забирают. Ну и делятся этой энергией, которой у них достаточно много. Котики забирают больную энергию, дают здоровую энергию в этом отношении. Птички, вибрация, когда они чирикают, птички, это то же самое. Почему в лес вот звуки, природные звуки?
это и красота, и энергия. Почему? Потому что дождь, когда идет дождь, и он по крыше хлопает, это же музыка. Вот просто мы не видим вот этого, мы не умеем набирать эту энергию. Отсюда мы берем тоже энергию. Животные. Поэтому это кто, вот, например, занимается конным спортом, контакт с животным очень дает много энергии. Поэтому животное можно держать в доме. Если кто-то это любит и все остальное, это очень хорошо. Почему? Потому что говорят мне, ты собаку выгуливаешь, а собака тебя выгуливает. Это действительно так. Потому что хочешь, не хочешь, но ты идешь выгуливать ее. Поэтому это тоже любовь к животным есть, любовь к природе. Когда вы идете в лес, когда вы видите, какая там красота, вы набираетесь этой энергии. Энергии от растений, от животных, от природы. Вот это надо сознательно иногда делать. В следующем ролике я продолжу по энергии, которые вы можете сознательно набирать. Ну вот первый, который способ, он очень эффективен. Посмотрите, потому что он моментален идет. Моментален. И если вы потренируетесь, вам не надо где-то даже, будем говорить, концентрироваться, садиться, образ это делать. Вы делаете просто себе как бы установку, что сейчас я немедленно набираю эту энергию для того, чтобы быть более активным в этой жизни. В этот день. Почему? Потому что там хватает где-то на день, наверное, этой энергии. Все. Если вам понравился ролик, подписывайтесь, ставьте лайки и приходите на следующий ролик. Нажимайте на колокольчик.